привет. Вангую то, что сегодня влог будет очень короткий, потому что сейчас уже 4 часа дня. Я буквально только что пришел домой с математики. Это была жесть полнейшая. У меня четкое ощущение того, что я просто напросто пропустил полдня ни во что. Просто зачем это все надо было мне? Чисто просто непонятно, потому что мы там просто сидели и решали все подряд. И знаете, у нашей преподавательницы по математике, так скажем, метод такой, типа, возможно, она думает, что если мы решим больше и быстрее, то мы поймем лучше. Чё за бред? Мы просто пишем, и как бы для меня, в принципе, в этом нет смысла. Не знаю, как для вас, но для меня это вообще, блин, полнейший какой-то. Я сейчас гуляю с собакином. Все, я не знаю, что я сегодня буду делать. Завтра опять такая же математика будет. Я не знаю, пойду ли я на нее или нет. Что-то я резко вырубился на улице. Телефон точнее вырубил. Так вот, не пойду, потому что... Ну, там что-то, в принципе, то же самое делать будем. Поэтому в этом нет смысла, как по-моему. Но это не точно. Возможно, пойду. А может, не пойду. Ну, в общем, я не знаю. У нас уже почти 6 часов. Ой, 7. Без 15, 7. И нужно будет съездить в город сейчас по делам кое-каким. Потом, если еще успею что-либо сделать, то что-нибудь еще буду делать. Потому что, ну, когда мы приедем из города, скорее всего, уже будет достаточно поздно. Часов 8-9. Так что да. Я даже не знаю, что сказать сейчас. Я вот лежу под одеялом, потому что мне сегодня было лень заправлять кровать. И поэтому я решил, что буду валяться под одеялом, потому что так теплее. Вот. Так, все. Да, скоро будем выдвигаться в город. И увидимся буквально для вас через несколько мгновений, как-то говорят обычно все блогеры. Красивого заката в ленту. Ладно, если честно, он уже прошел. Сегодня небо такое розовое было. Опять я опоздал снять. А эта птица сидит на фонарях. А вон там вот. Вы бы видели. Видите? Как будто огонь горит за деревьями. Это тоже закат. Он там очень оранжевый. Прям очень оранжевый. Очень. Сейчас буду смотреть фильм, сериал 911, служба спасения. И есть супец, пипец. Это щавелевый суп. И всем приятного аппетита. Смотрел я одну серию буквально. И в кайску сейчас будем играть. И опять не начал рисовать картину эту. Я надеюсь, что я ее когда-нибудь продолжу и не запрошу вот так. Вот то, что она вот так будет лежать, я... Просто лежать без смысла. Я хочу ее закончить, потому что она красивая должна быть. До конца сделана, еще рамка тут есть. И... Но сейчас я рисовать ее пока что не хочу. Возможно, завтра порисую, но завтра будет опять же таки математика. Это... Не, я как ей сказал, уже не знаю, пойду или не пойду. Поэтому... Все, ребятушки. Я буду заканчивать влог, он сегодня получился такой какой-то немножко тупенький. Ну да ладно, вот так вот как мой прошел сегодняшний день. И все, да, на этом все, всем пока.